Увидеть Байкал – мечта многих путешественников. За последние два года Солнечную республику посетили около 5000 туристов. 2022 не станет исключением. В феврале стартует обновленная чартерная программа с символичным названием «Лед Байкала и солнце Бурятии». Туристы познакомятся не только с удивительной природой, культурой и кухней республики. Их ждет экстремальный отдых по священному озеру на снегоходах и судне на воздушной подушке. С каждой программой у нас повышается уровень подготовки наших операторов, нашего местного небольшого бизнеса, который работает с туристами. У нас увеличился ассортимент сувенирной продукции и так далее. То есть мы растем вместе с этой программой. Программа стартует 12 февраля и продлится до конца марта. Цена 8-дневного тура составляет почти 36 тысяч на человека. Стоимость включает авиаперелет, трансфер, проживание и экскурсии. Напомним, чартерные программы реализует федеральный туроператор ТУИ «Россия» при поддержке Ростуризма и региональных органов власти. И это новый уровень сервиса, новый уровень впечатлений для туристов. Добро пожаловать в Бурятию!